модуль электросцепления. Когда я приехал, ты сказал ничего серьезного. Я специально уточнил. Ну, значит, ошибся. Поищи. Окей. Отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Этот город дрожит от желания. Уотсонская шлюха. Новые силы, каждую следующую. Ладно, проверим, что получилось. Вопрос только эск. Да на... Ну вот, как два пальца. Антенна на этой херне. Здорово. Ой-ой-ой, хватит! Жизнь слишком коротка. Живи быстро. Сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. Привет. Наконец-то! Я уж... Ну ладно, так... Тяжелый, сука! Thank you.
что? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Ты что, нервничаешь? Я? Пожалуй. Ну, может, немного. Почти у заставы. Что делаем? Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Если есть оружие, Хватит жевать безвкусные пресные сухой корм! Бегом за суперсладким мегадрайвом! Жизнь слишком коротка! Живи быстро! Зайдите в комнату номер 2. Садитесь. По-моему, вас это... Понимаю. Взаимно. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам комната кажется, 2. Что Найт-Сити — это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые. Ну как все прошло? Говори уже, чего там у вас было? Да таможенник, козел, прицепился. А не должен был? Ну, не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Блять.
дальше. Рано выдыхать. Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою ж мать! Нет, Джек, у нас мало... Я готов. Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 1237. А, это ты? Цель должна быть там, но надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго... А вы... Это... Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Близко. Ой, Ви, к нам.
понимаю. Еще кто-то есть. Найдите их и разберитесь. Открой, вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? И это все? Точно не хотим. Игры кончились. Разнесем этих уродов! Вот так! Крис, это как у него? Открой роти! Окружай! Ты знаешь, как его залупаешь? Наших бьют! Не жалей никого, слышишь? У тебя по плану здания. В его комнате есть выход. Блять! На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Блять, господи боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверь. Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, эссе! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэр, эссе! Выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Т-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мана. Тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались.
Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Мана, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смешер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гаддлви. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их остепута! Дави на газ, Джеки! Давай, Вит! Чингадам! Не могу! Веди нормально! Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Зайца водителя! Чингаду! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Явно решили не мелочиться. Пусть едут. Большое спасибо. Ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежлив? Всегда. Я всегда очень вежлив. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви. Меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да. Я снова буду очень вежлив. Пой.
Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Айлоек. Ротмен, Сорган Форс, это открыт. Они сорвали тот... Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать. У знакомого Нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Подобный Колбер. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Да блин, опять ворота забила. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Ви. Линии виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров «Но». Спонсором фестиваля является корпорация «Арасаки». И, что не может не удивлять, сама Ханако Арасаки сообщила, что лично примет участие в параде «Даши». Хочу от имени WNS пожелать вам веселого и мирного праздника. Ну что, поговорим о чем? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.